Чем вы сейчас заняты? Готовлю бухгалтерские отчеты. Я вижу, что вы лежите. Я в голове готовлю. Лежа работать нельзя. У меня так лучше получается. Сядьте. Я сел. Я вас вижу, вы лежите. А, да. Сядьте. Это вы лежите. Что? Вы лежите дома у себя. И спите. Не понял. Вам все это снится. Вы серьезно? Да. Окей. Да. То есть, если я вас уволю, то это все не произойдет на самом деле? Не надо. Почему? Это же сон. Решения во сне влияют на реальность. Как? Смотрите, во сне вы меня уволите. Потом проснетесь, и вам реально будет хотеться меня уволить, как бы закончить начатое. А я ведь ни в чем не виноват. Ну, вы ведь... Да, лежу. Но это я из сна. Я из реальности, который настоящий ведь работает сейчас. Пашу, пока вы спите, между прочим. И что мы будем делать? Давайте компромисс. Какой? Вы уволите, но не меня, а кого-то другого, чтобы проверить. Хорошо. Кого? Серегу Пущин. Ладно. Сергей, добрый день. Спасибо за работу, вы уволены. Чё, орёт? Да, очень сильно. Ха, ну понятно. Он пахал как проклятый, а его уволили, чтобы проверить, сон это или нет. Вы по-прежнему считаете, что это сон? Не, думаю, это по-настоящему. Тогда встаньте и начинайте работу. Полежу. Нифига себе. Серега не вернется после такого швырка. А это означает, что у вас в отделе остался один менеджер. Это я. А меня вы уволить не можете, потому что иначе все встанет. Все, пока. Поработаю немного в среду, может быть. Как вы это... Отключитесь, пожалуйста, сами, а то мне вставать неохота.